Привет-привет! Вы на канале Creative Handmade, и сегодня у нас очередная распаковочка. Под прошлой распаковкой у меня было очень много комментариев по поводу того, чтобы я сняла обзоры на свои каталоги, которые у меня закончились. Я сняла обзоры, но почему-то просмотров на нем совсем-совсем мало. Вы просили и не смотрите. Как так? И для тех, кто еще не посмотрел это видео, я оставлю ссылочку, подсказочку вот где-то примерно здесь. Обязательно после просмотра этого видео переходите и смотрите. А я уже хочу скорее презентовать вам новиночки этого видео. Первая новинка – это коллекция смешарики. Много кто ее просил. Здесь такие прикольные пакетики, я их сделала в виде шара. Как-то символично получилось, согласитесь. И здесь смешарики в своих каких-то, знаете, смешных ситуациях. Ну, допустим, Крош, он не носит очки. Пин, он обычный, но просто у него смешное выражение лица. Каркар здесь какой-то вор или взломщик, я даже не знаю. Копатыч, он просто Копатыч такой прикольный. Нюша здесь просто звезда. Вот, ну и Лосяш. Там нам будут попадаться герои из смешариков. Одного мы уже распаковали в ТикТоке, я покажу чуть позже. И вторая новиночка этого видео – это вот такие вот наклейки на ноутбук. Здесь всего лишь один пакетик. Вы скажете, наверное, ты сошла с ума и создала коллекцию с одной наклейкой. И что, коллекции с одной наклейкой не бывает, но нет. Все в порядке, ребятки, просто это такая концепция коллекции. В общем, я хочу, чтобы мы ее создавали вместе с вами. В комментариях я хочу, чтобы каждый из вас написал идею своей наклейки на ноутбук. Я буду просматривать все комментарии и выберу идею, которая мне понравится больше всего. Автора этой идеи я отмечу в следующем своем видео. Ну и идею, естественно, нарисую в качестве наклейки. Ну что ж, вроде обо всем рассказала. Все эти коллекции вы видели в прошлом видео, остальные, кроме новинок. Давайте начнем выбирать пакетики. Возьмем один пакетик из коллекции «Ну погоди». Из коллекции «Приготовь». Мы распечатаем, давайте какой-нибудь тортик, давайте пускай будет, ой, не знаю, теряюсь между этими тортиками, пускай будет вот этот. Давайте распечатаем также баночку. Ой, кстати, пока я не забыла, надо будет вам показать, что нам попалось в ТикТоке из смешариков, а то я, как обычно, оставлю это на самый конец. Вот такой вот ежик нам попался, он веселый и смешной. Продолжаем выбирать пакетики. Из коллекции чехлы на телефон давайте выберем, наверное, с Among Us каким-нибудь, так как их много. Пускай будет желтый. Из коллекции Disney принцессы. Мне так жалко эти пакетики все, они все такие красивые, я хочу, чтобы они были подольше. Давайте откроем вот такую мышку. Кажется, его звали Газ, и эта мышка из Золушки. Если я не права, то поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Но я достаточно часто в детстве смотрела именно Золушку. Вот как-то мне прям к душе пришелся этот мультик. Давайте из толстовочек выберем с вот такой голубой ленточкой. Новиночку наклейки на ноутбук откладываю сразу. Ну и давайте выберем какой-нибудь крутецкий пакетик из коллекции смешариков. Давайте откроем сегодня вот такого Кроша. Вот столько пакетиков у нас сегодня на распаковку, а также коллекция вопрос-ответ. Давайте сейчас начнем с какой-нибудь рандомной коллекции. Не хочу что-то конкретное. Давайте, пускай будет... Ну, давайте, ну погоди. Так, пакетик торчал сразу. Открываю. Ну погоди. Так. А, это у нас вторая страничка. Ну ничего, если что, открою первую. Посмотрим, герой с какой странички нам попадется. И ту и откроем. Эть, ой. Ух ты, хорошо запечаталась. Сейчас бы наклейку только не порвать. Так. Оп-оп-оп-оп. О, круто! Нам попался и волк, и заяц в одной наклейке. И, кстати, наклейка у нас под номером 8, как раз со второй странички. Даже ничего не придется переворачивать. Сейчас бы еще аккуратненько отклеить. Как всегда, на моем указательном пальце левой руки
точки от фломастера, они уже просто, наверное, не отмываются. О, смотрите, уже почти поделся. Давайте, давайте. О, есть. Вот такая большая классная наклейка. Давайте, чтобы как бы восьмерочку закрыть. И чтобы... Ладно, наверное, она не закроется. Ну, вот так будет между ними восьмерка. Типа знак бесконечности в знак их бесконечной дружбы. Какую же коллекцию мы откроем следующую? Давайте вот так, я не глядя, просто суну ноготь. И в какую попадем? Так, нам открылись толстовки. Давайте распечатаем толстовочку. Развязываем наш бантик. Так. Оп. Аккуратненько. О, нам попалась девочковая толстовочка. Посмотрите, как в прошлом видео, только белая с надписью «Братс». Вот так вот. Я точно помню, что в своем детстве я очень часто смотрела мультик «Братс». Я вот не знаю, сейчас как бы современные дети смотрят вообще его или нет. Вы мне подскажите, пожалуйста. Я помню, в детстве у меня прям очень много было мультиков про Барби, про вот таких «Братс». Это не совсем обычные Барби, а такие нестандартные куклы, так сказать. И у меня даже самый любимый из них был мультик, как кажется, он называется «Малышки Братс». Они там такие маленькие, симпатичные девочки, типа их дети, старших братц. Так, пока я тут вам все рассказываю, уже у меня хорошо отклеились две наклеечки. И я заканчиваю. Оп. Напишите, пожалуйста, интересно просто реально, смотрит сейчас кто-то «Братс» вообще или нет, или они пропали еще в моем детстве. Давайте, наверное, сейчас отложим каталог, откроем парочку вопросиков, а потом вернемся к следующей распаковке. Так, давайте выберем вот этот вопросик и вот этот. Кстати, вопросики надо уже пополнять, если вы, конечно, хотите, чтобы эта коллекция продолжалась. Так что пишите свои новые вопросы, а то мне уже нечего вам рассказывать. Так, любимый цвет. Цветов у меня любимых много, но в одежде преобладает черный. И это не потому, что я какая-то депрессивная, я наоборот очень веселая по жизни. Но вот даже сегодня я в платье черном, и я обожаю этот цвет. Так, давайте распечатаем второй вопрос. Боже, как же я его так завернула. Так, когда покажешь лицо? Ребятки, у меня есть для вас хорошая новость. Вам больше не придется ждать, когда я покажу лицо. В видео я пока сниматься не хочу, но я создала свой Инстаграм специально для вас, чтобы там публиковать какие-то моменты своей личной жизни, свои фотки, видосы со мной. Там же будут выходить анонсы новых видосов. Я буду с вами советоваться по поводу коллекции, ну и показывать вообще процесс, который не входит в съемку видео, так сказать, закадровый. Вот мой ник, вот так я подписана в Инстаграм, lera.creative, хэмэ, это сокращенно от handmade. Там уже есть один пост про меня, небольшой, как бы ознакомительный. Буду очень-очень рада вашей подписке. Подписываться буду на всех, кто подпишется на меня, за это можете не переживать. Так что жду вас в своем Инстаграм. Продолжаем распаковывать. Здесь у меня еще все осталось на страничке, на которой мы закончили. Давайте вернемся к началу. Как раз здесь первая страничка с диснеевскими принцессами. Давайте ее и выберем. Ой, где же, где пакетик? А, я забыла, что у нас пакетик сегодня не с принцессой, а с вот такой мышкой. Он заклеился. О, зато разъединился вот тут. Сейчас я его аккуратненько подену. И наша мышка останется в порядке. Ух ты, это крутая принцесса. Если вы знаете, как ее зовут, напишите, пожалуйста, в комментариях. Посмотрите, какое у нее классное платье. Дам вам небольшую подсказочку. Сначала она была лягушкой, а потом превратилась вот в такую красивенную принцессу. Она у нас под номером 4, как раз с первой странички. Сейчас отклею пергамент, и мы ее с вами приклеим аккуратненько. Так, вот как раз
с нижнего правого уголка. Вот так. Наклейка большая, поэтому пришлось немножко примять уголки, но все равно ее платье шикарное. А еще мне нравится то, что она темнокожая. Так, давайте идти дальше. Это наши принцесски. Боже, какие они красивые. Давайте откроем чехлы на телефон. Распечатаем. Сегодня нам попадется чехол с... Ой, я забыла название этого мульта. Это такая уточка. Там, не помню, как он называется. Здесь у нас наклеечки на двухстороннем скотче. И последнее. Клею на... Давайте наклеим на вторую страничку. Вот сюда. На номер 8. Есть. Сегодня даже почти ровно наклеила. Давайте пойдем дальше. Толстовочку мы уже распаковали. И откроем любовные наклейки. Кстати, я открывала наклейки в ТикТоке. Не помню, какие мы открывали здесь, но, в общем, что-то мы открыли из этого в ТикТоке. Если вы не видели, то вот смотрите. Ой, чуть не ту. Боже, чуть не открыла коллекцию «Приготовь». Открываем нашу баночку любви. О, и нам сегодня попался воздушный шар, а вместо шара у него вот такое сердечко. Наклеечка у нас под номером 9. Это вторая страничка вот здесь. Сейчас только нужно отклеить. Оп. И клеим вот так. Красота. У нас осталось три коллекции. Это коллекция «Приготовь» и две наши новиночки. Давайте откроем сначала ингредиент. Вот наш листик с рецептом. Если я не ошибаюсь, то в ТикТоке нам попался какао. И посмотрим, какой ингредиент ждет нас сегодня. Интересненько. Что же это у нас? О, это у нас чашечка с творожным сыром. Здесь не подписано, но это творожный сыр, просто знайте. Если у вас есть какие-то догадки, что это за рецептик, что это за блюдо, которое мы должны распаковать последним, то пишите. Ой, четвертый номер. Забыла посмотреть сразу. Вот так вот. Ну и давайте, наконец, перейдем к нашим новиночкам. Эта страничка у нас со смешариками. Здесь вот вторая. Там уже ежик нас ждет. А сейчас посмотрим, какой герой попадется в этом видео. Точнее, в этот раз. Так. О, здесь у нас две наклейки, ребятки. Я сразу что-то протупила сказать про это. Вот такой бараш и пин. Бараш у нас под номером 1, а пин под номером 8, если я не ошибаюсь. Так, давайте отклеивать. Кстати, наклейки на ноутбук я буду клеить прямо таки на ноутбук. Правда, у меня нет своего, но я возьму ноутбук парня. Поэтому советуйте, пожалуйста, красивые наклейки, а то ему будет стыдно с такими ходить, с некрасивыми. Эх, что ж ты не хочешь никак? Давайте посмотрим с другой какой-нибудь стороны. Что-то не хотят они отклеиваться. Вроде все окей. Кстати, я поменяла скотч, ну, именно конкретно на этих наклейках. Может, что-то с ним не так, может, он как-то плотнее прилегает к пергаменту. Сейчас я еле-еле подцепила наклеечку. Очевидно, что этот скотч, у него как-то лучше сцепка, и он больше приклеился к пергаменту, чем тот, который был до этого. Это, конечно, с одной стороны хорошо, с другой не очень. То, что придется подольше наклейки отклеивать. Или надо оставлять вот такие зацепочки, которые помогут мне отклеивать. Эх, елки-палки. О, давай, давай. Есть. И пин у нас под номером 8 со второй странички. Вот тут. Готово. Для последней новиночки я принесла ноут. Так, давайте откроем
и посмотрим, какую наклейку я сделала. Я, конечно же, ее помню, но какую мы откроем в следующем видео, узнаете потом, и выберу я ее из комментариев. Так, нам попалась вот такая вот красивая клубничка. Конечно же, на ней нет никаких номеров, потому что она у нас будет клеиться в рандомное место на ноутбук. Так, сейчас что-то с этим скотчем. Он какой-то агрессивный, наверное. Прям очень хорошо приклеивается. Так, ну, первая наклеечка пошла. Во. Надеюсь, моему парню понравится. Все, жду от вас идеи наклеек в комментариях. Всем пока-пока, до новых встреч, до следующей распаковочки.